придется исполнять бесхитростные обязанности фронтмена и вокалиста группы «Оргия праведников». Первое ваше действие. Я, кстати, слышал, что подарили подушки, да? Вот подарили подушки. Вот сами сейчас подушкой работать и будете, потому что этого человека, этого мега-человека, этого даже больше, чем человека, мы сейчас всей нашей оргийной толпой вышвырнем к вам в зал. Так что ваши крепкие и не очень руки должны сейчас спасти хрупкую шею Сергея Александровича от трав. Мы надеемся, что это у вас получится. Но затем нужно будет чуть-чуть поднапрячь ваши глазки, прочесть текст и спеть его, черт возьми, в специально обученный микрофон, который будет у вас где-то в зале. Где, не знаю. Это уже не мое дело. Ну так что? Сергей Александрович, мне кажется, пора вас отправить в далекое далеко. Я уже делал это в Петербурге, но мне все равно сыкотно. Итак, 50-летний рокер-долботряс второй раз в жизни отправляется в зал. Ближе.